Ей только 35, но наша героиня успела многое в своей жизни. Она покорила сердце самого влиятельного медиа-менеджера страны Константина Эрнста. Родила от него 2 детей вне брака и только после этого получила предложение руки и сердца. А недавно счастливые молодожены стали вновь родителями и тайно поженились. Как девушка без актерского образования стала одной из самых узнаваемых актрис современности? –